Добрая и славная традиция. На торжественном приеме у председателя Бобруйского горисполкома для счастливых семей устраивают настоящий праздник. В насыщенной программе танцевальные и музыкальные сюрпризы, сладкие угощения, приятные беседы. В адрес мам и пап самые теплые пожелания и искренние слова благодарности. Да, сплоченная семья, действительно это отрадно. Детки наши все одаренные. А это заслуга мамы и папы. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, мирного неба. Дома они заботливые родители, на работе ценные сотрудники. Супермамы и папы успешно совмещают и карьеру, и семью. Среди приглашенных представители разных профессий, которые прославляют город и воспитывают достойное поколение. Всего 9 семей. Нам уделяется так много внимания, и такое создается праздничная атмосфера и настроение для всех мам, пап. Такие приемы позволяют нам, семьям нашего города, познакомиться друг с другом, посмотреть, какие у нас удивительные дети. В сердцах родителей океан светлой любви, которая окрыляет каждого человека на протяжении всей жизни. Во время приема юные бобруйчане своими руками создают памятные подарки и вручают их самым важным людям. У меня есть мама и папа, они лучше. Праздники для нас готовят, дарят нам что-нибудь на день рождения и возят в поездки всякие. Мы воспитываем троих сыновей, вкладываем, конечно, много в них времени, сил. Быть мамой – это, конечно, трудно, и быть мамой – это 24/7, круглый год, без выходных. Сохранение семейных ценностей в приоритете государства. В Бобруйске поддерживают каждого, кто, не жалея сил, вкладывает всю душу в воспитание детей, в будущее нашей страны. И только от труда родителей зависит, насколько светлым оно будет. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.